võetud juurde. Ja kui kirjutada sinna juurde, eks ole, no mis on teie kõige suurem probleem selle aastal? Nendes majades elavad inimesed sisse kirjutused. Rahvuslik koosseis on äärmiselt kirju vapustav pilt ja nendest majades, kus on need igas majas 70-80 korterid ja need kaks maju kõige uuemad on täielikult 100% sisse kirjutamata ofitseride pirikonna. Ja kus kohalt nad nüüd siia tulid? No igalt poolt. Osa Matroltsevi tänaval viimasel ajal. Aga kus nad enne, no siin enemad elasid kuskil mingi Soome majades? No, aasta tagasi, poolteist aastat tagasi tulid palju Poolast ja Saksamaalt. Kuvitavalt viisil, no need seevägi, mis oli sealt ära viidud, need toimetati siia. Siis kui Eesti Vabariik oli juba välja kuulutatud, siin tulid suured ešelonid ja noored ofitserid elasid veel kasarmudes ja pärast saabusid nende proovad siia ja ikka suur osa jäi siia maani. Ja siis võib öelda, et nad on tõesti sissekirjutuseta elavad. No need kaks majak iga tähes, no. Ja osa nendes ka teistes. Как не верят и переспрашивают, действительно ли это так или нет, что два дома, 70-80 квартир в каждом... По 75 люди полностью не прописаны. Не прописаны, потому что дома не сданы вот, строителями военными, и поэтому не оформлены на них домовые книги. Местный сельсовет не дал разрешения на выдачу. А как давно они уже заселились? Значит, этот уже год, а этот два года. Ну как с арендой тогда, как это плата за квартиры? Не, по обоюдной договоренности они плату носят. Ага. Живут с ордерами, ордера выписывают к Читалинскому району, а прописки нет. Угу. Они имеют на Клоку вообще прописку или не имеют? Есть такие, которые имеют? Значит, военнослужащих не прописывают, а дают вид на жительство, ага. А гражданские прописывают. А эти люди, которые живут, они имеют вид на жительство? Здесь имеют части гражданские, которые дома эти строили гражданские, они имеют значит, прописки, но в других местах. В других местах. Да. Они на если Клоку же, если же значит, здесь будет прописка разрешена, их пропишут здесь. Потому что они имеют право на прописку, они постоянные жители. А откуда сюда военные прибыли, которые здесь живут, этих там? Ну, это прибыли со всех частей, в основном с Прибалтики, с Литвы, Латвии. Ну, тут, значит, часть выводится, допустим, войск с Литвы, да? Ага. И сюда перемещают? Некоторых, нет, не всех, а некоторых, кого здесь, ну, как дефицитная специальность, допустим, требуется. А вы расскажите, как это судьба этих людей, которые в сентябре 91-го года прибыли из Польши, из Германии? Это были большие трудности. Тогда нет. Прибыло это все по плану. Это по договоренности правительства Эстонии. Так, прибыла тогда часть из Польши. Угу. Это прибыла на 91-м году. Да, 91-м году. Было осень, да. Да, вот они в основном здесь и поселены. Сентябрь. Они вот в этих двух домах и поселены. Да. С Германии тоже? Нет, с Германии не было ни одной части, только с Польши. А с Потсдама? Как? А с Потсдама не было? Здесь. Нет. Приезжает
Нет, здесь... в Германии никого тут. Здесь очень много было, валялось вдоль дороги. Это консервных банок с немецкой упаковкой. А, ну это, вывод, это быть... в магазинах это возможно. А нет, в Польше тоже же Винторг снабжается продуктами из Германии и прочее, поэтому... Я была у Пусеп, и Пусеп сказал, что у него трудности, чтобы найти площадь для этих людей, которые пришли из Польши, из Германии. Я поэтому Но это скажу. Временно, это люди, они уйдут и частями все, они все военнослужащие, поэтому это проблемы здесь нет, они все уйдут вместе Валерий Викторович, с частью. Скажите, а что, кто эти жители, много ли среди них военных в других домах? В оставшихся, скажем так, кроме этого, четырех? Значит так, ну где-то, значит так, 50% остаются в этих домах гражданских, и которые бывшие, ну, пенсионеры, они имеют постоянную прописку все, так, а все военнослужащие, они бывают, конечно. Валерий Викторович, а как, что вообще происходит в этих семьях, где... Например, я знаю, когда я здесь посещал квартиры, очень многие стояли перед такой проблемой, что вся семья прописана здесь, имеет постоянную прописку, а глава семьи не прописан, и его никак не прописывают. И, это... и вообще на что эти люди надеются? Ну, таких, глава семьи имеет таких единицы, таких единиц, есть такие единицы. Скажем, была какая-то причина. Он был тоже прописан, но он, допустим, был переведен куда-то. Скажем, Германия. А семья оставалась здесь. Он служил в Германии там 2 года. Приехал обратно, его уже не прописано. А семья как жила, так и прописана. Вот такие были люди. Ну, таких не больше десяток человек набирается по всей Клубе. А ну сейчас это вот мало. Что это социологическая это работа, что показывает, что вот когда техника военная уходит, тогда голова семьи уходит, а семья тут остается. Нет. Пока... Таких желающих... Есть некоторые пока... семьи, но они разведены. Разведены, да. Что... А так, чтобы, допустим, семья военнослужащего, глава семьи уезжает, они остаются. Нет, это... А какой смысл? Они на что будут здесь жить? Ну, вот они, как правило, не работают. Нет, это единицы, может быть, кто-то из разведен.